Все. Ох ты ж черт! О, вот это да, вот это жесть, вот это пошло. Вот это да, я слушать еще хочу. What the fuck? Что с моим лицом? Где я? Что со мной? Слушай, пора туда. Э? Что? Что за черт побери город? А, пофиг, включай музыку, веселимся. Привет, чувак, Чёрт! Самолет терпит крушение, валит сюда нахрен, где мой парашют, блин! Всем привет, с вами Кристалл, и мы очутились в чёрт знает каком месте. Чёрт знает как, вообще, если честно. Я толком ничего не помню. Помню тортики, помню уже что-то было с самолётом. По-моему, он взорвался у нас, к чёрту. И все, я больше ничего не помню. Я тут уже, кстати, успел немножко осмотреться, послушать все, что у нас тут происходит немножко. Правда, не особо, конечно, я тут все рассматривал. Ну, хоть немножко типа занялся, сделал себе инструментов. Кстати, забыл сделать меч, так как монстров тут черт побери сколько ходит. А, оу, какой странный меч. Ачивмент! Давно мы не получали ачивментов. Кстати, откуда у меня есть парашют, и уже тут падает мясо с крыс. И совсем другие звуки у нас. Походу, мы играем уже в новом обновленном мире. И я не найду, скорее всего, свой дом, к сожалению. Почему? Почему, когда я строю себе какой-то новый дом, уже все вроде так хорошо, и тут происходит такое, что ты что-то делаешь неправильно, и после этого оказываешься в другом месте. Надеюсь, мы тут тоже сможем что-нибудь придумать хорошего. И сейчас мы, наверное, пойдем и более-менее разведаем. Какого-то, кстати, черта, я теперь уже новый. Ну, посмотрите, как я выгляжу. Это, конечно, выгляжу я... Так, это мои ноги! Тут кто-то рычит. Нет, нет, не хочу. А, так, сейчас отойдем куда-нибудь на безопасную дистанцию. Вообще надо залезть на дерево и посмотреть, что там вообще есть вокруг. А, так, я, кстати, тут видел снег. О, вот, да, вон там он. Но выше я никуда не залазил, не осмотрел все вокруг. Так, кстати, вот как я теперь выгляжу. Выгляжу я просто обалденно. Мне очень нравится, как я теперь выгляжу. А, это просто классно. Кстати, мой мир теперь выглядит уже как обычный мир Майнкрафта. Хочу назад, старый. Я скучаю по своему дому. Ладно. Ну хоть медведей нету, это меня радует. Хотя, черт его знает, может и тут мы их встретим. И я уж не знаю, чему мне будет радоваться. Но надеюсь, кстати, нам что-нибудь да попадется поинтереснее. Вот, кстати, дерево большое, надо туда попробовать залезть. Может мы там. А, черт, я ж голодный. О, нет, еще и дождик. Ну какого черта? Так. Облако. Почему ты здесь летаешь? А, сейчас сюда вот залезем. Надеюсь, я не упаду. Так, тихо, тихо. Вот так вот, отлично. Все, теперь залазим. Сейчас осмотримся вокруг, что тут вообще есть у нас. А, так, и... Что-то пока ничего не видно, наверное. Стоит вот... Так, вот сюда залазим. Надеюсь, пролезем сейчас. Так, так, вот так вот. Отлично. И... Что тут, снег везде опять? Да неужто тут одни джунгли вокруг и снег? Я не хочу идти в снег, если я уж буду снова осваиваться в этом мире, то уж надо что-нибудь поинтереснее. Ладно, при помощи досок залезем наверх, а то это как-то
чревато тому, что я самоубьюсь, так как я чертовски голодный. Так, как-то я что-то здесь неправильно делаю. Ай, пофиг. Залезем так. И вот так дальше. Так что. Ах ты, черт, голод бьет по лицу опять. Ничего, что-то не видно. Там вон ямка какая-то, тут. А, ладно, пойдем тогда вот туда. Как бы мне слезть только. Вот так вот потихонечку слазим. Ни капли небезопасно, ну ладно. Здесь вот надо выкосить, мне кажется, немножко и спускаться по лианам, да, вот так вот отлично. Я Тарзан, ё-моё! Да как давно я уже не плазил под джунглем. Теперь уж точно, мне кажется, вопросов насчет дерева у меня не будет. И где эти джунгли найти, мне кажется, тоже вопросов не будет. Если что, так в этот день рядом перекантуемся. Вот тут, кстати, пещера неплохая, вроде нет. Это нет, это не пещера, это просто все сверху закрыто. Это еще что? Странные какие-то ягоды, что ли. Ну серьезно, мир у нас как-то уже обновился после того, как я пролетел, кажется, на самолете. И пролетел, кажется, довольно-таки нехреново, что я уже попал в совсем другой мир. Ну, в общем, будем здесь мы теперь все это делать. Оу! Ох ты ж, черт, это еще что? Там шерсть, там что? Почему огонь не тухнет? Что за. Так, ладно. Пойдем осмотримся, что у нас тут. Тут, походу, что-то взорвалось, что ли? А, я, кстати, слышал крыску. Это не очень-то меня рад. Так! Иди отсюда! Иди отсюда! Нет! Нет! Я тебя помню! Отлично, я еще и Monster Hunter стал. Так, какого черта тут шерсть? Это шерсть ведь? А. Так, да, это шерсть. О-о! Корова. Да что вообще? Какого черта тут? Нет-нет-нет, не гори. Я тебя устроить хочу, отлично. Что? Что? Почему тут трупы? Это реально самолет упал, что ли? Я, конечно, догадываюсь, почему этот самолет упал. Кто делает самолеты из шерсти? Какого черта? Тут все мертвые или нет? Ты же шевелишься, я жив, ты шевелишься. Не притворяйся, бро. Вставай, я тебе дам мясо. Ну, ну. Да не хочу я есть. Хотя нет, я хочу есть, если честно. Ничего нет. Кстати, тыкву, почему он тут стоит? Надо ее забрать. Походу, все-таки я упал с самолета. А это поди кабина, что ли? Оу, сундук. Оу, слушайте. А я все себе сразу забираю. Лук. Лук железный. Это еще меч какой-то, ну ладно. Пистолет! Откуда? Раньше такого не было. Для меня какие-то новые технологии открылись. А сундучок я тебя заберу, пожалуй. Почему бы не забрать тебя? Сундук вечно нужный. Ну у меня есть пистолет, черт побери. Еще, кстати, костюм надо одеться. О, я прям... Я прям какой-то капитан, ё-моё. Секси. Ай, ладно. В любом моменте не надо терять настроение. Потеряли дом, ну и ладно. Переживем. Главное, живы остались. А вот там каким-то братюням досталось довольно-таки неприятное что-то. Так, вообще, что тут есть у нас? А, вижу, кровь идет куда-то там. А, и тут, кстати, деревня, ё-моё. Я как-то даже не обратил внимания, что тут деревня. Эть, тихо. Стоп, что, что? Сундук? Почему сундук в храме? А, так. О, рюкзак. Зажигалка и черт знает что. А, этот рюкзак работает вообще? О, слушайте, я могу теперь все туда загрузить. А, стоп, карта. Надо посмотреть была карту и вообще зелье надо оставить. Парашют, думаю, мне не пригодится. Это мы посмотрим, что это у нас такое. А, мясо пусть там лежит. Шерсть. А, веточки. Ну, в принципе, вроде все. Думаю, остальное надо мне оставить. Так, это надо выложить и посмотреть, что это такое. Сейчас еще только слезем как-нибудь побезопаснее. Так вот, вроде, вроде более-менее безопасно. А, здесь, и вот так вот, отлично, все залез. Почему кровь так идет странно? А, ну-ка, что это? О, волк, привет, ты почему розовый? Ты... Привет, здорово. Я еще сел на него, господи, ничего себе, как он быстро ездит. Что за хрень? Я езжу на волке. Я еще никогда о таком не думал. А, охренеть просто. Почему кровь вот так вот идет? Ай, извини, Ой, стой, куда? Я могу тебя как-нибудь спрятать? А, если вот так? Ну, нет, походу я не могу.
Еще один? Еще волк? Что за? Вы шутите? Я целую кучу волков насоздавал. Ладно, пойдем в деревню зайдем. Вообще надо бы, кстати, зелье выпить. Хотя бы одно. Если, конечно, выпить, все равно... О, коцелотик. Если я его выпью, еда. Если я его выпью, это зелье мне все равно будет пидать голода. Поэтому надо скорее съесть... Что вообще так? Картошка. Господи, картошка появилась. Надо все это съесть. Сколько всего нового? Слушайте, я даже как-то рад открытием новых вещей. Даже можно как-то немножко не обращать внимания на то, чтобы... потеряли свой дом. Почему я ем картошку, и это так долго восстанавливает голод? Я думаю, что целую картошку съесть, это довольно-таки неплохо должно восстанавливать голод. Или ее надо как-то пожарить, что ли. Надо будет над этим подумать. Так, ладно. Сейчас наедимся и потом, кстати, соберем всю остальную еду. Почему мы должны ее оставлять жителям? Кстати, я с вами могу поговорить? Также поторговаться. А меч? Вау, что ты продаешь? А ты... Вы что, вы какие-то деньги просто странные? Я нигде еще таких денег не видел. Эмеральды, ладно, я знаю, что вы эмеральды продаете. Ну, кстати, почему вы кровь? Так, можно мне зайти? Хватит двери закрывать передо мной. И что? Вау! Что? Это... Я ж не на сервере? Нет. Кто ты такой? А? Товарищ? Вы кто такой, простите? Что? Привет, Кристаллит. Что? Почему ты со мной здороваешься? И что ты? Ты мне мясо предлагаешь, что ли? Или... Ну на, я могу тебе какао. Я не могу положить туда. А картошку хочешь? Ой, отравленная картошка. А. Или мне надо дать? В общем, у меня где-то был стейк ведь. А, я ведь его не потерял. Так, в рюкзаке, наверное. А, да, давайте попробуем тогда. А, у меня кирхи нету. Блин, а вот тут верстак есть. А сейчас тогда оторвем, наверное, от дома немножко. Немножко чего-нибудь оторвем от дома. Думаю, жители будут не против. И посмотрим. Так, что зачем ему надо мясо или ему не надо мясо? Что вообще это такое? Кто он такой? Почему у него ник над головой? И он выглядит как-то знакомо. Странно. Да. Ты не против, что я у тебя тут дом отковыряю? Ты вроде как тут жил, нет? Или что? Это от тебя кровь вообще была? А вообще, какого черта с ним разговариваю? А, так. Все, делаем печку тогда. Даже на один лишний я взял. Камушек. Нет, печка, иди сюда. Не обижайся на меня, что я выбросил. Так, сюда. Ну-ка. Так, на этом я, надеюсь, смогу пожарить мясо. Ну, вроде должно хватить, мне кажется. А что вообще хотел там, кроме мяса? Какой-то тортик не похож на обычный. Что ты, бургер хочешь? Почему 99 дней? Что это значит? А, вообще надо двери запечатать. Меня так это напрягает звук, который они делают. А, простите, но... Так, подвиньтесь, пожалуйста. А, отойди. Иди отсюда. Вот, отлично, все. Никто больше двери не тронет. Так, что приготовилось? Ну-ка. Ну и что? Еда. И? Что? Толку? Какого толку? А, бесполезный какой-то чувак. Странный очень. А, так. Кстати, надо собрать пшеничку, наверное. Да. Конечно же, еще и наверное. Надо собрать ее. Что тут еще думать насчет этого? Все сразу собираем. О, тут еще что-то новенькое растет. Ну-ка. Что это? Ну, похоже... Морковь. Ты... Ты за мной ходишь, что ли? А, у меня нету больше еды. Или ты... Может... Не знаю. Что ему надо? В общем... Ну пусть он ходит, мне хоть скучно не будет. А, надо вернуться, я думаю, к самолету. А, кстати, стоп. Карта. У меня же была карта. Почему я карту не посмотрел? Оу. Вот это карта, конечно. Сразу вся открытая. Это я такого, конечно, мечтал. Даже как-то себе цель ставил это сделать, полностью карту завершить. Ну тут за меня кто-то сделал, что ли? Хотя она же была в самолете, почему и нет? Так, ты на меня не обидишься, если я тебя случайно стукну, надеюсь. А, так, ладно, все, пойдем тогда посмотрим. О, привет, волчок, кстати. А, я могу на тебя... Да, отлично. Так, карта, 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 вот карта. А, теперь идем тогда туда.
Я слышу тигра. Привет, тигра. Мне, я хочу, кстати, пистолет оценить. О, какой звук здоровский, слушайте. Нет. А, давай. Все отлично. Почему ты там стоишь? Почему ты мне не помогаешь? Это вообще что такое? Волк-негр, что ли? Странный волк. Ладно, поехали дальше, посмотрим, куда уж. Заберем шорстку и, наверное, пойдем спать, после чего закончим этот странный день. Потом постараемся уже что-нибудь новенького сотворить, что-нибудь опять для себя открыть. Думаю, нам тут столько всего предстоит открыть. Тем более, что у меня есть что-то ездовое. Я всегда хотел о чем-то ездить, а не ходить пешком. И это довольно-таки, кстати, быстро. Как будто бы я бегу. Так, где-то примерно. Эти паленьки еще... Почему они тут все еще валяются? О, привет! Ты не пугай меня так, кстати. Ты не сгори тут случайно. Еще мне потом за тебя переживать, что ты у меня сгорел. Так, наверное, надо собрать, кстати, вот надо ножиком, наверное. Быстрее будет, нет, ни капли. И это даже не убирается, ё-моё. И бить из-за него нельзя. Ладно, здесь уберем. Нет, нет, песик горит! Нет! Кстати, я забыл тебя назвать. Это не лучший момент, когда тебе... Ой, я спрятал его. Все-таки я могу эта штука его забрать, значит. Ну и ты еще сгори. Тебя-то ладно. Кстати, надо будет придумать, как песика назвать. Ну да, сгори там еще совсем в конец. Потом я еще буду виноват, что ты сгорел, наверное. Так, отлично. Что это? Что? Скорпион, опять ты! Сколько лет, сколько зим. Так, иди отсюда. Кстати, как-то он более круче стал выглядеть. Так. Все, отлично. А, еще он изгорел, кажется. О, да тут Хеллстоун, оказывается. Надо потом как-нибудь собрать его. Крыска, нет. Вообще пора уже валить домой. Я чувствую, что начинаются неприятности. Почему ты не помогаешь? Ты ходишь за мной, хочешь еды и все? Что за... Ну, конечно, мне не скучно будет, что у меня есть какой-нибудь компонент, но я могу себе также собачку завести, даже назвать ее сам. А тебя даже не назовешь, то, что ты, у тебя уже есть имя. Вася какой-то, блин, там. Так, можно, хватит так падать. Что меня бьет? Как ты под землей, чертова крыса, ползаешь? Так, все. Сейчас сделаем себе тогда дом. По крови можно, конечно, будет выйти. Так, стоп, я и в ту сторону иду. А, вот-вот-вот здесь. Вот здесь мы будем тогда жить. И, наверное, сегодня мы тогда закончим. У нас надо будет, кстати, пол вернуть им. Это интересно, все им отковырял, а ничего не вернул. Так, у меня дерева-то, оказывается, нету. Сейчас пойдем тогда заберем. Так, вот здесь, кстати, можно забрать его. А, так это ж от фермы. Что? Что за хрень? Почему ее всю разорвало? Я ж не целое дерево срезал, или что? Ну, ладно. Пускай так будет. Странно. Но они... Это же жители. Как-то фиолетово, наверное, то, что я им в деревне разрушаю и тому подобное. А им не впервые встречать таких, как я. Так, отлично. Кстати, коврик можно сделать? Отлично, можно сделать коврик. Ну, это меня радует. Кстати... Так. Оу. Отлично, я придумал, как вам починить пол. Даже сделать его красивее. Вы можете там не сидеть как-нибудь? Нет, походу, вам там нравится. Ну и сидитесь. Хотя, черт побери, что я с вами церемонюсь? Уйдите отсюда. Я могу сделать себе дом здесь, переделать его совсем. И все будет отлично. Вот так вот пока что оставим. Так, кровать. Все, ложимся. А где этот? Иди сюда. Иди сюда, Вася. Ну? Что, так трудно в дом запрыгнуть? Ты хоть меня охранять, может, будешь ночью? Может, ты мне хоть для этого нужен? Меня. Или будешь мне будильником, не знаю. Давай. Давай, иди сюда. Иди сюда. Да, черт с тобой. Ладно, на этом мы тогда заканчиваем наш первый новый день. Странный день. Очень странный. Но мы смогли уже найти столько всяких интересных вещей. Просто под рюкзак новых вещей. Это здорово. Еще предстоит столько всего, наверное, открыть нового. Ну да ладно. Все это мы постараемся сделать завтра. Спасибо за просмотр. Удачи. А я спать.